Но все эти скандалы, даже такие громкие, как вокруг Савченко, и сравнивать нельзя с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Первый месяц президентства Дональда Трампа прошел так, что конфликтов другому главе государства хватило бы, ну, на несколько лет. Особенно конфликтов с журналистами. Трамп уже успел назвать медиа, которые критикуют его больше всего, врагами американского народа. А два дня назад пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер даже отменил ежедневную пресс-конференцию и устроил специальный брифинг для прессы. Все для того, чтобы не допустить туда корреспондентов CNN, New York Times, BBC и других СМИ. Трамп при этом отказался от участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. И это первый за 36 лет случай, когда президент США пропустит это мероприятие.